Знаменитая песнь «Акуна» звучит на протяжении всего фильма, и это глубоко символично для режиссера Наны Ченковой, выросшей в актерской семье и с детства знающей, что такое театр. «Пока не ступлю на мягкую траву» – это первая строка песни в художественном переводе, и автор дает зрителю пищу для немалых размышлений о том, как болит душа, потерявшая тонкую связь с родителями. По сути, Нана Ченкова сняла фильм «Исповедь». В основе сюжета – история ее семьи, рожденной от любви, но не сумевшей ее сохранить. Жила, как хотела. Мужа нашла себе, актеришку. Разбежались на второй день. Ищи его теперь по всему Союзу. Отец так переживал. Успокойся. Какое его дело? В кино Нана Ченкова пришла с телевидения, рамки которого для творческого человека оказались малы. По завершении режиссерских курсов она устроилась на киностудию «Казахфильм». В 1987 году съемочная группа из Алматы приехала в Хакасию для съемок короткометражной ленты. Сегодня эти кадры уже легенда для современников. Часть сцен происходила в квартире Моисея Баинова, часть в селе Тюртас, а в ролях задействованы актеры, которых сегодня с нами уже нет. Зрители сегодняшнего показа и смеялись, и плакали, глядя на свою молодость. Лицо не увидать, говорят. Большое расстояние. Действительно, значимость этого фильма мне сегодня кажется более очевидной. Я получил огромное удовольствие как зритель, и внутренне вот какое-то такое всколыхнулось. Это очень интересный фильм, конечно. Копий фильма Наны Ченковой в республике нет, остались лишь любительские записи, поэтому говорить о показе для широкой публики не приходится. И лишь благодаря усилиям энтузиастов хотя бы единицы могут узнать, какие они – фильмы о Хакасии и для Хакасии. Марина Канадакова, Антон Новожилов, «Вести Хакасия».